Всем привет, дорогие друзья! Хочу с вами поделиться очередной монетой, называется Xcash. Эта монетка появилась совсем недавно и уже есть на бирже, торгуется. Можно посмотреть ее в CoinMarketCap. Она здесь вот с такой ценой торгуется, очень маленькая цена, конечно, но зато ее очень много дают в аирдропе, там насыпают просто сотни тысяч, и поэтому выходит там 5-10 долларов спокойно можно с аирдропа с одного получить. Заявлено какое-то бешеное количество этих монет, 100 миллиардов Xcash, это просто бешеное какое-то число, из которых там 50% вроде аирдроп будет, или там чуть меньше, я точно не помню. Она также, можно и майнить эту монету, но сейчас можно получить халявное в аирдропе. Что для этого нужно сделать? Для этого сперва нужно зарегистрироваться на сайте Xcash, ссылка будет в описании. Заходите сюда, можете залогиниться, то есть через Google, Facebook, как вам удобно. Нужно, советую регистрироваться через почту, через email. Для этого вы жмете регистрацию вот сюда вот, дальше жмете почту, здесь заполняете свое имя, почту, пароль, то есть отгадываете капчу и нажимаете регистрация. После чего вам придет письмо на почту со ссылкой подтверждения. Вам нужно перейти по этой ссылке для того, чтобы подтвердить свою регистрацию. Дальше мы нажимаем логин, вводим свою почту и пароль, с которым мы регистрировались, и заходим в личный кабинет. И, собственно, вот страница аирдропа. Если вы вдруг на нее не попали, нужно нажать вот здесь вот аирдроп. А дальше, для того, чтобы получить аирдроп, нам нужно получить адрес Xcash. Для этого мы возвращаемся обратно на страницу Xcash. Здесь вот там внизу предупреждают, что последняя версия кошелька 1.4.1. Нам ее нужно скачать, нажимаем вот сюда вот Download Wallet и качаем кошелек для той системы, которая у вас установлена. В данном случае у меня Windows 64 бита. Мы качаем вот этот вот GUI Desktop Wallet, в скобочках рекомендованный. После того, как мы скачали кошелек, нам нужно запустить, собственно, наш кошелек, вот этот Xcash GUI Wallet. Запускаем его. Дальше, если вы первый раз его запустили, вам нужно создать кошелек. Нажимаем создать вот эту вот иконку. Здесь нужно написать имя кошелька, которое у вас будет называться. Можете выбрать любое имя, какое хотите. Давайте я назову Wallet 3. И дальше пароль для кошелька. Тоже любой на свое усмотрение. И дальше жмем создать кошелек. Ждем некоторое время. Все, ваш кошелек готов. Закрываем эту вкладку. Дальше появится мнемофраза, которую вам нужно сохранить. Это для того, чтобы можно было не потерять свой кошелек и открыть его там в любом кошельке. Там то ли мобильный кошелек скачаете, либо у вас он. Вы его переустановите заново, чтобы не потерялся он. Нужна вот эта вот у него фраза, чтобы в него попасть. Сохраняем эту фразу куда-нибудь, к себе записываем. Все, или ставим дальше. Здесь мы выбираем Connect, к нам подключиться. Выбираем вот это вот официальный Connect. И жмем вот сюда вот на официальные ноды. Сингапуровские. Жмем сюда. И жмем старт. Все, пошла синхронизация кошелька. Все, как видите, пошла синхронизация кошелька, а здесь внизу ваш номер кошелька, публичный номер кошелька, который вы указываете в аирдропе. Вы его копируете, также можно его куда-нибудь сохранить. Возвращаемся обратно ко вкладке аирдроп и здесь указываем свой кошелек, который мы взяли вот здесь внизу. Все, дальше вот здесь мы указываем кошелек реферала, для того, чтобы получить больше монет Xcash. Этот кошелек я укажу в описании к видео. Он выглядит таким вот образом, начинается вот так. Вы его копируете, вставляете сюда и получите больше токенов. Дальше нам нужно обязательно подписаться на телеграм-группу ихнюю. Для этого мы нажимаем
вот сюда вот подписаться, либо мы можем скопировать адрес ссылки, уже подписаться, и сюда мы вводим свой ник, с которым вы подписались на эту группу. После этого вы жмете «Отправить информацию» вот сюда вот. Информация проверяется там день-два. И потом где-то с 21 числа каждого месяца вы заходите вот сюда вот в таблицу AirDrop. Как видите, уже 4 AirDrop прошло. И будет написано здесь, что открыта регистрация, вы жмете «Подтвердить». Подтверждаете свою регистрацию в AirDrop, и после того, как она пройдет, вам будут начислены монеты. Всего, как видите, будет аирдропов до 2020 года. Монет там дикое количество будет распределено. Все, всем спасибо, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, смотрите следующие видео. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Пока-пока.